почтение. Братья, Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во веки, знает, что я не лгу. Дамаске областной правитель царя Реды стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. Я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, в мире тела не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба, и знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаю, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня, и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети своих головок». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Заведеевых, бывших товарищами Симона. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Истворение святителя Иоанна Господь Саваоф, исполни во имя земля славы Твоя, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Света от Света Бога истина, от Бога истина.
я же во дни и в ночи. Я же во уме и в помышлении вся нам прости, это благо человека любит. Отче наш, иже есть на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный наш нам есть, и остави нам долги наши, как же и мы оставляем должником нашим. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Всесвятая Троица, единосущная держава, неразделенное царство всех благих и нам. Благоволи же о мне грешним, утверди разуми сердце мое, и всю мою отоми скверну, просвети мою мысль, да всегда славлю, пою и поклоняюсь, и глаголю. Един свят, един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь. Бог, имя Господне благословено отныне и до века. Бог, имя Господне благословено отныне и до века. Бог, имя Господне благословено отныне. Все святые Его, я бы не свершил.
Помилуй и спаси нас, ибо ты благо человека любишь.